have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и я тут пока возвращался, сделал несколько шагов, увидел руины на 10 уровень. Давайте зайдем, мы здесь, по-моему, не были еще, раз они на 10 уровень, они не должны быть, ну да, испытания, все дела, они не должны быть такими сложными, наверное. Блин. Я путаю кнопки. Я молодец. R. Зажигание. Это R. Вот, отлично. Все, суперски. Дальше, последняя волна. Я иду на пролом, потому что, ну, не такое сложное испытание. Блин, еще уровень получили. Сокровище ваше, спасибо. Так бы можно было бы поостеречься. Шляпа белого мага улучшена, спасибо. Но у нас есть вот эта вот крутая маска, которую мы получили. Она дает больше хилочки. Как для второго персонажа, кстати, это было бы неплохо. Ну, это так, мысли вслух. Так, хорошо, хорошо. Я так понимаю, что есть все-таки хороший смысл проходить все эти испытания. Это и прокачки, и новые шмотки, и всякое такое. Скорее покажем обломок Коши. Да, сходим, покажем, давай. Это чувство того быть не может. Вы получили королевский обломок. Да. Обалденно, дайте-ка гляну. Блин, что-то... Ну, ладно. Королевский обломок показываем. Да уж, но нам нужны остальные, если мы хотим выковать королевский клинок. Ну, логично. Неприятно, мне неприятно это говорить, но только Хотто знает, где спрятан второй обломок. Стой, ты говоришь, Хотто Догго, величайший кузнец оружия из когда-либо выживших на свете? Величайший? Скорее, подлейшим, ничтожнейшим, презреннейшим. А, ладно, я отведу вас к нему, идите за мной. У первых королей был план, как сохранить королевский клинок. Король Флингард доверил мне один из обломков. Так, а король Люпус отдал еще один дворняге Хотто. Ну, у каждого были свои предпочтения, правильно? О, я вижу там этот. Нам бы сюда зайти налево в испытание. Я бы сходил, посмотрел. Не надо мне тут агриться. Хотто и я вместе выковали королевский клинок. Как-то так. Но однажды он просто взял и ушел, этот трус. Таковы собаки, так ведь? Нет, не так. Собаки тоже хорошие, не надо, не гони. Я, конечно, обожаю котов, но собаки прикольные. Так что не надо. Блин, тут эти виверны летают. Она за мной гонится. О, тут есть сохраняшка. Давайте прям тут сохранимся. У нас, кстати, 20 уровень. Неплохо. Так, ребят, если вы еще не догадались, это проклятый Хотто собака и живет вон империи Люпуса. Не терпится вернуться в свое королевство, ваше овичество. Когда-то давно первые короли построили мост между двумя нашими королевствами. Кстати, вот эти вот две статуи, ребят, никому ничего не напоминают. По-моему, такая прямейшая отсылка на Властелин колец, когда там вот эти две статуи стояли в проходе в ущелье. Когда-то давно, та-та-та-та-та, так, построили. Но лев и волк прокляли его, и никто не ступал на него с тех пор. Я разблокирую для вас дверь, но я... Понятия не имею, что внутри. Будьте осторожны. Хорошо, спасибо. Блин. Первый мост. Хорошо.
Ой, ну да. Ну, ха-ха, спасибо, что принесли мне королевский обломок. С ними наконец-то держу победу над волками империи Люпуса. Теперь обломок наш, да, мы заберем его. Фиг вам, наверное, да, ребят? Можно я просто сбегу от них, не? Блин, нет, нельзя. Блин, они по 97 лупят, это офигеть как много. Мне нужно магию вернуть. Я смогу убить карликов, если я верну себе магию. Ай, блин, больно. Блин. О, офигеть, как больно-то. Вставай! Я смогу убить карликов, я не знаю, что мне это даст. Лечимся. Отлично, одного я грохнул. 97. Вставай, брательник. Есть. Ну, карликов мы убиваем, да. Ваше мурлычество. Подпустите льва поближе, у меня есть идея. Идем. Сейчас я только деньги заберу. Иди сюда, дебил. Типа, чё? Что это? Вы презренные болваны, выпустите меня. Чего же вы ждете? Бежим? И кто тут оказался болваном главным? Все, валим отсюда. Ну что ж, мы на стороне собак. Ну, на той стороне, на берегу, в смысле. Это оказалось близко. Хорошо, хоть лев не будет искать нас здесь, ведь это же королевство собак. Ладно, охота должен быть где-то рядом. Удачи, мои короли, я возвращаюсь. Скорее, давай нанесем охота долго визит. Я только... Я только сейчас понял, что хот-то-дог это намек на хот-дог, типа горячий пес. Ну, ладно. 23 уровень. Я, кстати, 22, если что. Книга первых королей, цитата 7. Королевства наши сильны, это истина, но нет между нами единства. Не слушайте Элиуса слова. Истинный мир всему голова. Путеводный знак. Блин, я вообще по уровню пришел или как? Прикиньте, сейчас начнется. Ох ты ж, ё-моё. Офигеть! Это быстрое перемещение между башнями. Я и забыл. Я забыл, что здесь есть быстрое перемещение. Короче, будут открываться лестницы. Да, будут открываться лестницы. Куда я должен попасть. Это мое быстрое перемещение. Блин, вот это круто, кстати. Уровень 23. Пойдемте, я думаю, что осилим.
Лапулино. Оу. Я не могу ему ничего сделать. Он мне по 90 урона наносит, но я не могу ему ничего сделать. Гаси! Они такие с разбегом, хоп! Ай, 119! Блин, больно же, собака! О, спасибо! Фух! Давай подхилимся чуток. Пол жизни только, ну ладно. Какие песчаные земли. Шлем скаута. 5-й уровень, круто, спасибо. Денежку я заберу. Ну и вот этот я тоже заберу. Шлем шторма. Блин, звучит круто. Какой я сейчас шлем таскаю? 4 урона. Хочу ли я поменять 4 урона и на еще 9 брони? Блин, у меня будет реально... Давайте я, наверное, одену, потому что 19 брони это много. То есть броня же, она восстанавливается потихонечку. Я никак не привыкну, что я теперь перекатами могу людей убивать. Есть сохраняшка, давайте. Чё тебе нужно, чувак? Привет, воины, не поможет мне в поисках готических сокровищ? Поможем, чё бы нет. Спасибо, что предложили свою помощь. Можете звать меня Лайтон Дрейк. Лайтон Дрейк. Ну вы поняли. Охотник за сокровищами. Я уловил запах кое-чего древнего и магического. Так обычно пахнут сокровища. Если вы разведаете все для меня, будет великолепно. А чё бы не разведать-то? Лайтон-то Дрейка. Сто девяносто пять! Блин, он меня убил. Тварь! О, я зарегенился. Я красавчик. Давай теперь вылечимся. Ну, вылечимся. Хоть половину хп-шки-то себе подымем, да? Лайтон Дрейк, блин. Ай-яй-яй, они еще и стреляют. Я что-то на секундочку подумал, что они только это... Они еще и ледяной коркой фигачат. Нафиг. Тебя тоже убить. Давай тебя тоже убью. Все равно успел на 104 грохнуть. Ну вот, что за человек? Ладно, лечимся. Потомок королей, разбуди свою внутреннюю силу. Новая магия? Молния! Максимальная мана также увеличилась. Так, молнию. Давай мы, наверное, с тобой что-то сделаем. Ты у нас получишь молнию. Ты же у нас маг. Посмотрим, как это работает все. Оу! Thank you.
Эй, там, предупреждаю, я хрупкий. А? Да, ребята, я правда череп на земле. Вы говорили о сокровище? У меня есть сундук с сокровищами, но я не помню, где он. Однако я не сомневаюсь, что вспомню все, как только верну себе свое тело, если уж говорить о нем. Я чувствую его части поблизости. Поднимите меня аккуратно, идите по следу. Мне кажется, когда ты вернешь свое тело, ты на нас нападешь. Мой опыт игры в Диабло подсказывает мне, что как только кто-то возвращает свое тело, он почему-то решает резко нападать на нас. Да, Золтан Кул, я про тебя говорю. Они не очень хорошо горят, и они это. Ай, блин, каждая такая звездочка по 104 снимает, это дофига, если чё. Фух. Ну вот, я пришел последним. Кости лап. Угу. Я больше ничего, никаких частей. Кот, возьми, есть ли где-то местечко, где я могу передохнуть и подумать немного. Вон та пещера, например. Знаете такое место? Тогда вперед, ребята. А, 25 уровень, кстати. Ну ладно, еще пару уровней можно качнуть. На тебя. Что говоришь, череп с потерянным сундуком сокровищ? Опушительно, он может остаться здесь, не переживайте. Спасибо, что выяснили это для меня. Вот. Шляпа огненного мага? Блин, еще и огненный урон. Приходите поразнюхивать с нами снова. Так, ну допустим, хорошо. Первую часть квеста мы прошли. Можно будет позже вернуться со второй частью, но нужно сейчас найти хот-дога этого. Пора уже наконец-то встретиться с хот-то-догу. Да? О, на двери хота висит записка. Ушел на север за припасами. Хот-то-дога величайший кузнец оружия. Хорошее у него самомнение такое. Да уж, без лишней скромности. Ага, хорошо, нужно торопиться на север. Мы же сейчас на территории волка. Окей, будьте сверхосторожны. Стоять. Согласно приказу лорда волка, ни одна собака не может пройти через эти ворота. Я не собака, я кот. Минуточку. Ты кот! На нас напали! А, фух. Так, это кот твой пленник. Мы все равно не можем пропустить тебя, прости. Похоже, волк держит своих подданных на коротком поводке, да. Может, попросим кого-то о помощи? Попрашивайте собак. Около стен Люпуса. Не могу ничего унюхать про эту пещеру. Не, буквально ничего нет. Ничего. Я тебя понял. Блин, тут сундук. Нужен золотой ключ. Кстати, да. Счет золотого ключа. Несправедливо, что больше, что в больших городах могут жить только семьи в ошейниках. Может, если я буду побольше работать, я когда-нибудь получу свой ошейник. О, солдаты здесь просто обожают собачье печенье. Такое с печеньем я остановился в городе к югу отсюда. Почти торговался печеньем, я вас понял. В городе к югу от стены. Что загрустили? Впервые у стены. Это наша последняя линия обороны от нападения тех, чтобы им котов. Минуточку. Это земли псов. А это земли котов.
Вот мост. Тогда почему стена здесь отгораживает эти земли? К югу. Здесь, что ли? Ну, если учитывать, что юг это вниз, стена Люпуса, вот город здесь внизу, на юге. Тут может быть торговец с печеньями? Не, чувак, уйди. Ты мне не нужен. Собаки здесь выглядят как-то по-новому. Осторожно с этими кустами. Окей. Вон торговец с печеньями, кстати, вижу. На что воете-то? Никогда не видели пса без ошейника. Пудинг Таун. Так, а вы пришли за моим собачьим печеньем, и это будет стоить 1 000 000 золотом. Что, нет таких денег? Торговля печеньем — дело не для слабых. На самом деле, я обронил мою любимую собачью косточку вон в той пещере. Ну, я пойду заберу ее. Если вернете, я дам вам коробку своего печенья. Шутка насчет миллиона долларов была интересная, насчет миллиона золотом. Почему я не могу зайти? Потому что я, типа, дерусь сейчас с этой штукой. Все, пустите меня. Короче, эти штуки просто турели, да? Я так понял, их нельзя убивать. Эти стреляют. Но они просто стреляют. Они больше вроде как ничего не делают, да? Спасибо. Ай, блин, как я глупо напоролся на эту штуку. О, привет. Собирайтесь в кучку, ребят. Они этого чувака убили. Офигеть. И меня, кстати, чуть не грохнули. Блин. О, ты воскрес, молодец. Я тебя понял, хорошо, будем мочить их по одному. Я не буду их больше в кучу собирать. Я думал собрать и поджечь, но... Нифига. Давай лечиться. Я что-то подумал, я их сейчас соберу вчетвером, всех подожгу. Они не очень хорошо горят. Костяные какие-то, совсем окостенели. Найдите собачью косточку, сейчас найдем. Так, осталось еще двое. Ай, блин, да что ж так больно-то? Не жадничаем. Да, они больше восприимчивы к физическому урону. Вон, кстати, косточка, я ее вижу. Но я зачищу этот данж, я сюда зря пришел, что ли. Огненный посох. Отлично. У нас есть огненный посох и огненная... Это... Огненная шапка. Надо будет пересмотреть свой билд. Может быть, я что-то потом поменяю. Может, я потом переквалифицируюсь и... Я буду играть за мага, а чувак будет танковать. Посмотрим. Фу, отлично, это был последний. Потому что вот он применяет магию, но хорошо, щит он применяет вовремя. А ледяные и молнии он применяет не очень вовремя. Или может быть просто мне стоит переключаться, знаете, что я подумал? То есть, ну не зря, что у меня есть быстрое переключение. Возможно, это как раз в этом и дело. Мне стоит время от времени просто переключаться. Малиновая пушка! Офигеть, вот это 50 урона. Сегодня прям
Вот прошлая серия и эта серия, я вот сейчас две серии записываю подряд, прямо хорошие вещи вываливаются, мне очень нравится. Так, я это заберу тогда, с вашего позволения. Шляпа музыканта 6 хпшки дает. Окей, спасибо. Не настолько полезно, но все равно хорошо. Косточку забрали, думаю, можно возвращаться. Там мы все забрали, тут все забрали. Ну все. Нам пора. Иди отсюда. Да ЕПРСТ, вот это вот штук. Офигеть. Смотрите, какие эффекты у этого меча. Он прям такой тиш-тиш. Вернуть косточку, да? Возвращаем. Моя собачья косточка. Это подарок друга моего щенячества. Спасибо. Получили коробку печенья. Супер. А тут, кстати, что? На 25 уровень, на 23. Я хочу его зачистить. Давайте попробуем. Я вот сейчас сейванусь. Как раз вот этим новым мечом, не знаю, он мне прям так понравился, как он звучит. Блин, тут турели, если что. Проверь свою ловкость. Да-да-да. Окей. Спасибо, щитанул. Окей, первая волна была несложная. Они друг друга этим бьют, что ли? Блин. Меня, по-моему, одновременно попали несколько этих штук. Ну нормально, их двое осталось. Они же... Опа! Тас! С размаху попал неудачно. В них эта штука попадает, короче, тоже. Им получается по 200 с чем-то урона. Неплохо. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, блин, больно. Цель у нас в горизонтальной плоскости. А, нет маны, спасибо. Сдохни, пожалуйста. Есть, хилочку врубил, молодец. Ну ничего, я сейчас вот играю за мага, на самом деле довольно прикольно, как он, когда этот танкует, вот, за мага играть можно. В общем, да, нужно будет попробовать, может быть, я за кадром пересмотрю свои билды, как это все будет выглядеть. Все, вроде пройдено. Давайте я пока обратно поменяюсь. Сокровище наше, спасибо. Голова древнего властителя. Ох ты ж. Блин, эти испытания явно того стоят. Потому что вещи очень крутые выпадают. У меня сейчас дает 9 шлем шторма, 9 брони. Этот дает... Блин, здоровье минус 30%. Это больно. А знаете что, я его попробую одеть. У меня будет 40 брони. То есть, по идее, 40 урона. Они должны будут мне пробивать 40 урона, чтобы нанести мне хоть какой-то дэмэдж.
Блин, выглядит, конечно, так эпичненько. Минус 30% здоровья, это, конечно, печально. Хорошо, ребят, получается, что хот-то-дого мы с вами пойдем искать в следующей серии. Нам нужно будет пройти за стену, дать печеньки охранникам, пройти за стену, найти хот-то-дого. Но это будет уже в следующей серии, опять же. Поэтому на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.